Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антона Фет, малыш футболист. И я думаю, что многие из вас задаются вопросом, как же купить игры в России в 2022 году и как купить подписку. Сегодня я расскажу вам про это видео. Не забывайте, когда будете обращаться, называть промкод Эрик Антона, это даст вам скидку в 5%. Итак, ребят, поехали. Итак, все очень просто, на самом деле вам необходимо просто вступить в телеграм-канал. Он будет в описании к данному ролику или в прикрепленном комментарии. Дальше обратиться к администратору данного телеграм-канала, и он вам все полностью расскажет. От себя могу сказать, что я покупал 3 игры. Во-первых, это намного дешевле, чем если вы будете покупать диск, допустим, где-нибудь там на просторах Авито или в магазине. Соответственно, самая дальше фишка в том, что эту же игру вы можете всегда продать. Тоже чуть-чуть дешевле, да, но тем не менее, поиграв в какую-то игру, например, я могу сказать, что я прошел Horizon 2, я прошел Dead Rush 2, я прошел Horror Quarry, да, и, по сути, 2-3 игры, да, это там, давайте даже в среднем возьмем, где-то как-то там 3000 диск точно стоит, это около 9000, я заплатил за это намного меньше, плюс еще смог это продать, то есть, по сути, каждая игра мне обошлась там в 200-300 рублей моей игры. Подписку я тоже взял, она абсолютно рабочая. Я уже скачал около 10 игр из 400. Это подписка, так сказать, средняя, да, не максимальная, но и не самая плохая. Я думаю, с названием вы тоже все уже прекрасно знаете и прекрасно разберетесь. Все работает. Проверенный продавец телеграм-канала, ребят. Единственное, от себя скажу, что обязательно под видео напишите, когда обратитесь, когда все получите, получите игру, да, или подписку, поиграете. Просто напишите от себя там какой-нибудь ник, не знаю, ник ваш в телеграме, если вас это не затруднит, чтобы я понимал, что у вас все прошло, что все хорошо работает. От себя еще раз повторюсь. 3 игры, 1 подписка, все абсолютно круто. Я, честно, раньше об этих способах даже не знал. Я обычно брал диск либо на Авито, либо в магазине. И потом его также перепродавал на Авито. Здесь вы играете с аккаунтов. То есть у вас будет конкретно аккаунт игры. И потом этот же аккаунт через, соответственно, администратора, да, из админа телеграм-канала также продаете. В принципе, все очень просто. Жду от вас комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также вы можете, в принципе, я думаю, возможность будет купить FIFA 23, но об этом я, наверное, запилю какой-нибудь еще отдельный ролик, может быть, ближе к августу. Ну что, ждем FIFA 23, ждем трейлер. Всем пока, до встречи.